когда-нибудь был в Сочи, вероятно, видел такое красивое большое растение агава. Агава обитает в Центральной и Северной Америке, культивируется в Мексике и выращивается в Сочи, так как у нас климат позволяет. Некоторые считают агаву кактусом, но она ближайшая родственница алоэ. Данный скулент семейства спаржевые, многолетнее растение в форме розетки без стеблей. Имея в природе листья серо-зеленого и голубого оттенка длиной до 1,5 метра, растение выпускает огромное соцветие. На его вершине наблюдается метелка, включающая до 10 000 цветков, а высоту отросток превышает 10 метров. По народному поверью, агава цветет один раз в 100 лет, но на самом деле она распускается перед своей гибелью, то есть всего один раз за свою жизнь. Периоды цветения различаются для сортов и видов. Некоторые действительно расцветают один раз в 100 лет или в 100-летнем возрасте, но обычно цветонос образуется на 15 до 30 летнего года жизни этого растения. А вот от некоторых так и не удается дождаться его. Так что это очень редкое зрелище. И вы представляете, сколько лет этим растениям. И очень жаль, что они погибнут после цветения. В природе цикл цветения может продолжаться несколько месяцев. Полюбуемся такой красотой.